красота. Лепота. Офигенно! Meizu M6T за 10990. Офигенно! Тихо-тихо-тихо-тихо! Мы понимаем, что это не смертельно, погнали. У них они реально надрезанные были. Вот ты даже жопу не можешь его разбить. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров, и недавно я в Инстаграме нашел вот такое видео, где американские ребята сделали Watermelon Challenge. В чем заключается этот челлендж? Они берут арбуз и разбивают его об лежачего человека. В этом поможет мне сегодня замечательная Влада. Там два парня, у нас будет девчонка и я. То есть, понимаете, да? Она будет об меня размахиваться и бить. Только четко попадешь, окей? Ее главная задача — ровно попасть мне в пресс. Пишите пока в комментариях, сколько получится у нас разбить об мой пресс арбузов. Вот эти, ребята, арбузы мы купили настоящие, не надрезанные, все четко. Я тебя прошу, попади, окей? Вот в эту точку, окей? Это так страшно, это жестко. А теперь мне стало страшновато. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты готова? Да. Сейчас, подожди, я напрягу пресс вообще в последний раз в жизни. Почему он не разбился? Так, ладно, мы понимаем, что это не смертельно, погнали. Ладно, рэди. Рэди. Ты в порядке, все хорошо. Пробуй. Да, хорош. Мы разбили первый. Давай следующий, подруга. У них они реально надрезанные были. Поехали дальше. Один есть. Давай, подруга, давай, подруга. Почему они не разлетаются? Значит, у них фейл какой-то был, слышишь? Значит, у них точно не было. Я прям в пресс попадаю, смотри. Давай сейчас мы проверим, у ребят был надрезан или нет, потому что вы многие писали в комментариях, что они надрезаны. Арбуз спелый, поэтому, ну, тут не в арбузе дело. Ну ладно, давай. Твою мать, давай еще, давай мочи. Давай мочи. Короче, ребят, мы проверили, американцы реально надрезали их. Сейчас чуть-чуть перекусим, бро. Не хочешь, братан? Нет, спасибо. Спеленького, а? После первого раза было уже не страшно. Первый раз самый страшный, не знаю, что тебя ждет. Вот, мада! Почему они перестали опять разбиваться-то? Мы проверили, у пацанов были надрезаны, но мы один разбили настоящий, да. Целый разбили. Ребят, и сейчас будет самый интересный челлендж. Кто из нас раздавит арбуз бедром? Да, чтобы вы понимали, у нас вообще Влада танцует на пилоне. Кажется, мне тоже вот-вот, но это ни хрена не вот-вот. Подожди, подожди, подожди. Он хрустнул. Ты удавишь там, что ли? Хорош. Влад, ты даже жопу не можешь его разбить. Он остается. Давай, Влад. Молодец. В общем, ребят, этот ролик показал, что это все фейк в Америке. Реально невозможно сделать без надреза, разбить ТК пресс. Мы проверили это. Влада сегодня просто была красотка. Обязательно подписывайтесь на ее инстаграм. Короче, с тобой был Лёха Столяров. Влада. Вот, все, подписывайтесь на нас, подписывайся на канал и лайк ставь, потому что только мы такую дичь будем делать.